А теперь история из жизни. Значит, когда я курс этот делал, про Farmer я знал, про C-Linux знал, а вот про FreeBSD я слышал, что там что-то есть. Но вот прямо такого вот нету. Начал читать. Оказывается, что во FreeBSD, FreeBSD вообще гораздо больше конструктор, нежели Linux. Вот здесь мы берем готовое средство. Готовое средство, Enterprise решение, описали профиль, запустили, и все хорошо. Значит, мы прям, видите, здесь говорим, это можно читать, это выполнять, это-то-то-то. Фигурную скобку закрыли. Кстати, смотрите, синтаксический элемент, видите, точка, запятая здесь, да, и фигурная скобка. Это не опечатка, только так и можно писать в элементе. Вот, а с FreeBSD все хуже, с FreeBSD или лучше. Тут я даже не могу сказать, что лучше или хуже. С FreeBSD оказалось следующее. И я хочу это рассказать для всех, потому что говорят, что C-Linux похож на то, что во FreeBSD происходит. Так, ну давайте посмотрим. Итак, Mandatory Access Control. Mandatory Access Control на примере FreeBSD. Заключается в том, что у нас также есть субъект и объект. Объект. Субъект – это процесс. Процесс. А объект – это файл. Соответственно, мы должны расширить модель безопасности во FreeBSD, независимо от того, работает ли процесс с правами пользователя root или нет, root, мы должны иметь возможность управлять доступом к файлам. Значит, доступом к файлам управляют метки. Значит, во FreeBSD Mandatory Access Control базируется на метках. Метки. И эти метки бывают разного вида. Например, метка типа MLS. Метка типа MLS говорит, что если у процесса уровень метки MLS меньше, чем у файла, уровень метки меньше, метка это некое число, 1, 2, 3, 4, 5 до 6000, можно там такое понаписать. Так вот, если уровень метки меньше, чем у файла, то процесс может в файл писать, представляете, вот такой прикол. Но не может из файла читать. У него уровень метки меньше. Прямая аналогия с ФСБ. Значит, есть сотрудники с высоким уровнем доступа, или документы с высоким уровнем доступа, а есть сотрудники с низким уровнем доступа. Но сотрудники с низким уровнем доступа собирают материалы и направляют его куда? А его там что? Засекречивают. Да? То есть, там. Поэтому они как бы туда писать могут, а получить документ с высоким уровнем не могут. Так, ну хорошо, я подумал, метка MLS, симпатичная метка, может быть пригодится. Читаю дальше, говорят, а еще есть метка вот с таким названием. Название «Будь здоров», но оно из имени автора. Это вообще какие-то математические модели, и у них авторы там, Биба, да, называется, вот так вот. Но то ли буквы фамилии, то ли еще, я не помню, кто найдет в Википедии, напомните. Здесь эта метка работает наоборот. Значит, если метка BIBA у субъекта, значит, low, а у файла high, то тогда, значит, файл может менять содержимое процесса, да, то есть он, процесс может прочитать содержимое файла, но поменять файл он не может. Я задумался над этим и... Так, я сейчас сохраню это, сохраню как Mac. Я задумался над этим, думаю, так, хочу во FreeBSD сделать так же, как в Linux. Что я хочу? Давайте подумаем. У нас с вами есть море процессов, видите? И в этом море процессов есть наш веб-демон. Ниже этих процессов есть море файлов. И в этом море файлов есть файлы, которые веб-демон должен читать. Какие это файлы? Ну, во-первых, это наш var www, а во-вторых, это те же самые утилиты bin, cat, bash, файл и так далее. Что же делать, я начал думать. Думал и придумал следующее. Я придумал, что все процессы в системе будут работать с метками biba и MLS, с уровнями high. Значит, с уровнями high будет работать все процессы. Так, вру или не вру? Ну-ка, давайте посмотрю. Маленько. Наврал?
посмотрел. Значит, я просто еще не рассказал, что вот есть высокий уровень метки, а есть маленький уровень метки. А еще есть специальный уровень метки, который называется equal. Equal. Слово equal, я не знаю, правильно произношу или нет, что оно обозначает. Равно. Если процесс работает с меткой equal, и BIBA, и MLS, то к какому бы файлу он ни обращался, его уровень доступа совпадает с уровнем доступа файла. То есть механизм ограничения не работает. И я подумал, что если во FreeBSD все процессы будут работать с метками equal, то тогда фактически механизм меток отключен. Но наш веб-демон будет работать с этими метками low и low, низкими. Смотрите, да? Далее, далее я сделаю так, что все файлы в системе будут иметь метки high, видите, high, и наш веб-демон к этим файлам доступа получить не сможет. Нет, тут получается, что одна запрещает писать, другая запрещает читать. Если бы одна метка была, то он бы мог читать или мог бы писать, но когда мы их складываем, то он может... Не может ни того, ни другого. А на эти файлы, я думаю, надо установить метки какие? Equal. Получается, я как бы выделил окружение. Вот AppArmor, конечно, покруче, потому что здесь у меня получается выделенное приложение одно. Запирается внутри Mandatory Access Control. То есть оно само работает с низкими метками и может получать доступ только к файлам, которые помечены как equal. И я это множество файлов подготовлю. Вот. Все остальные, ну как, неудобно на потолке спать, одеяло падает. Вот. А в принципе, если вы получите эту программу, да, и вот она только под FreeBSD, работает с правами рута, вот возьми ее и... Да. А если вы это устроили, ну, здесь вы только должны радоваться. Потому что тут однажды проходил мимо двери преподаватель по Microsoft, очень хороший, Михаил Гурьянов. И я, значит, тут чертил график, потом попросите, нарисую график, который я на первом курсе рисую. Он вдохновляет людей на использование, значит, это квалификация, сложность систем, там, ну, прям все красиво получается. Вот. И он как-то зашел, говорит, ну, а что ты, людей-то это самое, стоимость владения этой системой все равно высокая получается. Я говорю, Миша, стоимость владения систем перемещается на кого? На админа, да? FreeBSD бесплатно. Mandatory Access Control бесплатный, все бесплатно. Но то, что вы это настроите, увеличивает вашу, да, стоимость, уменьшая стоимость. И вы в этом заинтересованы. Работодатель, конечно, должен думать по-другому. Но здесь, еще раз, мы все в мире находимся меняющимся. Вот. Мне кажется, все равно это неплохо было понять. То есть идея в чем состоит? Потому что все Linux похожи, что процессу присваивается метка. Метки бывают разного вида. Одни метки запрещают читать, другие писать, и начинаются взаимоотношения между субъектом, процессом и объектом. Так вот, во FreeBSD с помощью вот этого лего-конструктора я, в принципе, задачу теоретически решил. Еще раз, у меня все процессы работают с метками equal, и Mandatory Access Control их не касается. Выделенный процесс работает с меткой low. Все файлы с метками high, их нельзя ни читать, ни писать никому. Но вот этим процессом можно, видите, equal. А наш веб-демон, для нашего веб-демона, мы выбираем множество файлов и на них делаем метку equal. Несмотря на его low, вот такое зеркало получается. А можно многоступенчато? Нет, здесь методы расширения есть. Есть. Да. О, вопрос, смотрите, Любовь Михайловна сегодня в ударе. Я начал это делать, запускаю, значит, все это настроил, запускаю, везде написано, будьте осторожны, чуть-чуть, и вы в систему вообще не включитесь ни в каком режиме, будьте осторожны, да, начал делать, и вдруг вижу, что по умолчанию все процессы запускаются не с метками equal, они запускаются сразу с метками high, одна и low. И если я делаю high-high на все файлы, то тогда система, ну, в общем, не то делает. Я начал искать, как это во FreeBSD включить. И вот нету ручки, и все. То есть, ну, вот я ищу, штатных средств нет.
Я работаю в университете, у нас там много подразделений, и в частности есть подразделение, которое занимается разработкой электронного университета. Значит, это люди пишут веб-приложения, и среди них есть товарищ, который, я даже назову его, значит, он Сережа Варнава, вот, товарищ фанат FreeBSD, ну просто фанат FreeBSD страшный, но при этом как бы совершенно неорганизованный тип, вот этот пример хакера настоящего, то есть он там наделал каких-то кучу джайлов, сертификатов, все у него во FreeBSD, никто вообще не понимает, что делает Сережа, то есть ему говорят, там, надо, чтобы было, он говорит, там роется, говорит, ну вот вроде бы есть, значит. Причем у него пробелы в познаниях бывают там базовые, там, вот, например, он говорит, дай мне зону DNS, зачем тебе? Начинает объяснять, я понимаю, что там не нужна зона никакая, что там делается по-другому. Ну и вот он как-то приходит и говорит, что делаешь, Слав? Я говорю, ну почему он там любит пообщаться, я больше, чтобы отвязаться от него, проблему ему объяснил. Ну, вот хочу, вот, ну такой рисунок нарисовал, вот это хочу сделать. Он говорит, о, понял, давай, сейчас я это самое посмотрю. Через 5 минут приходит письмо, значит, сделай то. Это я уже пробовал. Значит, через 10 минут следующее письмо, сделай это я тоже пробовал. Ну и так далее, я его отфутболиваю, на 2 дня человек пропал. Через 2 дня приходит письмо. Текст примерно следующий, значит, я тебе высылаю патч, должно работать, только я его не проверял, потому что и там что-то, то ли мне негде, то ли некогда, ну что-то такое. Вот. Я ему вежливо пишу, Сережа, ну ты проверь, потом присылай, значит. В ответ получаю еще одно письмо, или даже он позвонил, говорит, Слав, точно должно работать, но вот там я не могу проверить. Вот. Я, чтобы отвязаться от него, это письмо начал читать. Вот. Начал читать письмо и увидел, что вот в этих вот файлах надо поменять вот эти строчки. Вот эти строчки. И действительно здесь, вот говорит, вот он запускался вот с таким вот режимом, Biba High, AMLS Low, а заменили на Mac MLS Equal, Biba Equal, и все процессы во FreeBSD запустились с нужными мне метками, и я очередной раз, ну я и подозревал, что люди все разные, если человек бестолков в одном, то не факт, что он там, ну, не... Ну, в общем, я долго бы до этого доходил. Ну, это как бы хак, вот, ну, ядра, модули ядра. Вот. Ну и, соответственно, они сейчас у нас вот было следующее, у вас оно пропатчено. То есть оно как бы собрано, ну, с этими фишками. Вот. А так вот такая поучительная история про хакеров. Встретите, и вы их не обижаете. А? Да, 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 да. Ну что, FreeBSD, FreeBSD. Советский Союз. И задача нетривиальная. Но зато мы эту лабу сейчас сделаем. Значит, Булат Флюсович сделает во FreeBSD, а мы сделаем с помощью Апамора. Я не скажу, Булат Флюсович, извините, во FreeBSD этого нет. Посидите пока, хоть попейте. Нет, нет. Более того, его, скорее всего, не портируют. И вот я думаю, что они этим конструктором и удовлетворились. Видите, мы можем все, что хочешь делать. Надо вам, делайте. Давайте я про FreeBSD расскажу, отправлю Булата Флюсовича в самостоятельное плавание, а вы, значит, пока посмотрите, и потом мы сделаем это в Linux. Значит, модуль Mac, смотрите, что нужно будет сделать. Значит, нужно будет, вот эта часть уже сделана, не надо делать. Сборка ядра произведена. Так, теперь надо будет... Так, сборка ядра... Ну, по-моему, ядро все-таки не надо инсталлировать. Ага, не будем инсталлировать. Так. Пробуем. Значит, в bootloader.conf надо добавить загрузку вот этих модулей. Давайте я расскажу кратко. Дальше включение меток на файловой системе – это целая пляска с бубном. Вот у вас система загружена. Вы в etcfs tab AKL удаляете там и говорите «только чтение файловой системы». Перегружаете опять в однопользовательском режиме и включаете на корневом разделе метки. Не торопитесь, еще не все. Снова перезагружаете систему в обычном режиме, она начинает ругаться, вы на это не смотрите. Значит, ругается, раздел корневой только на чтение, видите, смонтирован. Вы загружаетесь, перемонтируете его на запись. Правите FS там и говорите, что теперь на чтение запись. И снова перезагружаетесь. Значит, перезагружаетесь, и команда mount должна вам вот эту вот вещь показать, что метки включены.
метки включены. Так, метки включены, метки включены. Дальше что вы делаете? Устанавливаете метки на файловую систему. Но это я рассказывал, как это делается, man-файл и так далее. Это файл практически профиль, как в Aparmory. В этом файле говорится, что на всю систему устанавливаются вот такие метки. Кстати, вот на этом этапе посмотрите и меня позовите, с какими метками будут запущены процессы в системе. Субъекты. Позовете, да, они должны хай-хай быть. Да, да, да. Если уже все хорошо, то делаете профиль, на всю систему устанавливаете метку хай-хай, а вот на эти файлы устанавливаем, как мы договорились, equal. И с помощью вот этого процесса минут 20 он будет длиться, устанавливаете метки на файловые системы. А потом вы netdconf запускаете с правами пользователя root и вот такими вот метками, видите, low-low, наш веб-демон. Ну, в общем, вам интересная задача. В Linux все скучнее. В Linux все скучнее. Да, значит, в Linux, ну, хотите, да, вернем рута в Linux для начала, потому что Булат Флюсович все равно это сделает. Итак, на сервере открываем на редактирование наш init.dconf в Linux. Не, история меня потрясла, конечно. Так, и user 1 меняем на пользователя root. User 1 меняем на пользователя root. И перезапускаем. Перезапускаем. И нет. Dconf. Ну, проверка какая? Проверка. Теперь у нас Windows XP должен и файл shadow считываться. Так, далее. Мы с вами теорию обсудили, значит, вы можете понабирать вот эти вот команды, посмотреть, но результат он вот он, поэтому его надо будет просто скопипастить, вот, и включить модуль AA-Enforce, наш модуль. После чего доступ к файлам, которые выходят за пределы нашего вот этого профиля, должен пропасть, доступ к файлам должен пропасть. Любовь Михайловна, прям давайте, мы там запустились под рута, можете тоже это сделать, если не заблудитесь, а можете сразу Aparmor начать делать, потому что Shadow или PassVD, неважно, мы с вами увидим результат. Ну да, 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 причем это только утилиты, потому что в ядре все уже есть. Но судя по названию утилит, тут Perl какой-то и прочее, это ленивые программисты. Написали половину утилит на первую. Может, Булат Фёсович, тоже в обед это сделаем с вами, потому что оно сейчас будет долго, 20 минут, а в Aparmory оно уже почти закончилось. Но это вот меня просто упрямство в плане, что хочу, чтобы в двух системах работало. А так это, конечно, ну, хак уже, не сказать, что это продакшн. Так, значит, после установки создаем профиль, вот он наш файл, в котором хранятся профили, мы туда добавляем свой собственный профиль. Ну, можете вот эти инструкции понабрать, вот, какие динамические библиотеки использует наш с вами Bash, да, чтобы понять, как профиль создается, видите, вся информация есть, ну и так далее. В результате получится вот такой профиль, в котором будет описан доступ ко всем необходимым нашему веб-приложению файлам. Ну и еще говорю, что чаще всего профилями снабжают программы авторы пакетов. Вот они собирают DHCP-сервер, к нему сразу поставляется профиль. Так, далее включаем профиль. И пробуем на наше приложение, возвращаемся на нашего клиента, маленького Windows, и пробуем доступ. Вот мы с вами с помощью AppArmor заперли наше приложение, разрешили ему доступ. Ну а вообще-то оно работает, надо проверить.
Вот. А вообще оно должно работать только с теми файлами, которые мы знаем, что оно должно к ним обращаться. Да, ни пасводы, ни shadow не должно быть доступно. Вместе. Значит, в дополнение, чем еще Aparmor лучше, чем во FreeBSD? Если во FreeBSD мы все делаем руками, то есть здесь вот я выяснил, создал почти что профиль, policy, контекст, то в Aparmor можно не руками делать, как я вот сейчас понабирал эти инструкции, выяснил библиотеки, почитал документацию, вспомнил, куда обращается веб-демон и создал этот файл. Можно создать файл как бы в режиме обучения. Значит, я могу сказать, хочу создать профиль, и вот Сережа показывает вот такой вот пример. Хочу создать профиль для утилиты ETC, не ETC, а USR bin password. Password. Пока я Enter не нажал, хочу сразу показать, что профили пока у нас, где профили хранятся. Вот здесь вот видите, здесь у нас никакого профиля для PassVD сейчас нету. Все видят, да? Вот. Далее я говорю, хочу создать профиль, сгенерировать. Ну, слово ген, понятно, да, профиль, соответственно. Вот, значит, эта утилита сейчас наблюдает за тем, что моя утилита PassVD делает. Чтобы этой утилитой PassVD воспользоваться, мне придется еще одно соединение открыть. Еще одно соединение открыть. И начать этой утилитой пользоваться. Как я ей начну пользоваться? Ну, я скажу PassVD. Еще раз говорю, не делайте, просто посмотрите. User 1. Так, это было успешное использование. А вот, например, неуспешное заодно, значит. Видите, я разные пароли ввел, ну и так далее, ну и так далее. Так, далее говорю, сканируй, что она там у нас понаделала, что она у нас понаделала. И она говорит, значит, вижу, что она у нас вызывает CA-шоун. Разрешить или не разрешить? Разрешай. Вызывает вот эту вот функцию ядра. Да, разрешай. Разрешай. И вот так вот я разрешаю, читаю. Вот. Соответственно, говорю, еще раз, надо все варианты использования изучить, понимаете? Если вы, например, что-то не сделаете и создадите профиль, то вы получите ограничение легитимных действий. Теперь говорю, сохраняй действие и завершай. Смотрю каталог, что у меня здесь появился. Видите, профиль появился. Могу посмотреть содержимое этого профиля. Вот видите, ну он, конечно, посложнее, тут всякие инклюиды получаются и прочее, но все равно, друзья мои, адский ад, да, потому что библиотеки, а они, скорее всего, в инклюиде вот так вот попали сюда. Да, а, вот библиотеки, да, совершенно правильно Анна Владимировна заметила. Так что вот другой вариант. После чего мы говорим этому профилю, что... Начинай работать, и уже ничего лишнего с помощью утилиты PassVD вы не сделаете. Но я, как админ, потребитель программного обеспечения, лучше постараюсь найти что, готовый профиль, нежели свой делать. Потому что, но свой тоже можно делать, только когда других у вас возможности нет. То есть вам дали приложение, для которого профиля нет. Вы берете его и делаете. Так, значит, с Mandatory Access Control мы с вами прошли темы, посмотрели даже во FreeBSD, что на этот пример есть. Ну, ходят слухи, что в Ubuntu хотят Aparmor запустить, заменить на C Linux. Вот в апреле я буду переводить курсы на 14.04, если она выйдет, надеюсь, по графику. Ну, методичку у вас... возможность посматривать есть. Если там поменяется на C Linux, быстро все переделаем на C Linux. А Aparmor уйдет в историю. Ну, либо дополнительный